Гусиноозерск – энергетический центр Бурятии. Город энергетиков и шахтеров. Жители тут трудятся на двух угольных разрезах. Местный ДК тоже одноименный – «Шахтер». Был построен в далеком 1958 году. Капитально не ремонтировался со дня открытия. И это наш единственный район, дом культуры, который мы с теплом и нежностью называем «Дворец культуры «Шахтер». В нашем Дворце культуры занимается три художественных коллектива со званием «Народный художественный коллектив». Два детских образцовых коллектива – это театр «Кукол Родничок» и хореографический ансамбль «Визави». Стоит ли говорить о том, что сегодня у нас появились новые возможности, улучшенные условия для того, чтобы наши дети могли заниматься в тепле? Теперь «Шахтер» не узнать. Главной задачей подрядчиков было сохранить и отреставрировать все элементы архитектуры. Облик ДК приобрел новое современное видение первоначальной задумки архитектора. Основная наша задача была это сохранить весь этот архитектурный, все эти элементы, потому что здание старое, исторически очень важное для района, для всей республики, так сказать. На капремонт «Шахтера» ушло более 113 миллионов рублей из федерального, регионального и местного бюджетов. Отремонтировали и облагородили и площадь перед зданием. Восстановлены все инженерные системы, включая это вентиляция, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и, грубо говоря, все сплит-системы. Это, грубо говоря, охрана-пожарная сигнализация и мероприятия для маломобильных групп населения. В ДК «Шахтер» располагается библиотека, образцовый театр «Кукол Родничок» и Селенгинский районный отдел ЗАГСа. Кроме того, здесь трудится 20 клубов, в которых занимается более 500 человек. После такого глобального ремонта нет сомнения, что единственный культурно-досуговый центр в городе станет еще большим местом притяжения всех любителей и поклонников культуры и искусства. Мария Латышева, Новости дня, Селенгинский район.